Девочки, всем большой привет! Сегодня влог, и я начинаю его с того, что покажу вам, что мы купили на 3 дня для семьи из 4 человек. Двое детей, двое взрослых. Обязательно фрукты, это бананы. Банан я ем, наверное, каждый день, добавляю его в овсянку. Также взяли попробовать первый раз в жизни, представляете, помело. Не знаю вообще, как это будет на вкус, никогда не ели ни я, ни муж, ни дети. Два лайма. Я обожаю лайм и люблю лайм больше, чем лимон. Гораздо-гораздо больше. Также я взяла прям большой пакет киви. В этот раз в магазине они были прям спелые, поэтому набрала сразу много, чтобы наесться. Тем более Алиса тоже обожает киви. Детям взяли творожки. Тоже практически каждый день они едят сок. Кто-то мне писал, как можно поить детей почковым соком, там же куча сахара. Прежде чем писать всякий бред, просто возьмите пачку и почитайте, что там написано. Там большими буквами написано «без добавления сахара». Старший сын у нас обожает вот такой соленый арахис. И себе взяла финики, они также без сахара идут. И также мармелад взяла деткам. Из овощей взяла красные болгарские перцы, очень невкусные, и у нас старший сын вообще не любит овощи, но вот эти перцы он ест в большом количестве, поэтому нужно пользоваться моментом и покупать то, что вот дети едят. Два кабачка, из них я в основном делаю кабачковые блинчики или оладики. Кстати, в прошлом влоге мне написали, почему ты не показала, как ты перевернула этот блинчик. Дело в том, что мы его слишком быстро съели, но вот я сегодня готовила, вот так вот они выглядят. Как видите, ничего не развалилось, потом нарезаем такими кусочками со сметаной, обалденно просто. Свежие огурцы, у нас еще огурцы есть несколько штук в холодильнике, поэтому много не брали. Три луковицы, хочу сварить борщ, и для борща вот как раз капуста. Хлеб мы не покупаем, берем вот такие вот разные хлебцы. Также яйца, из молочки молоко отборное и сливки 10%. Сливки обычно добавляем в кофе, если сами варим, ну или же в какую-то, например, курочку, если тушим, тоже очень вкусно получается. На замену всякой колбасе мы берем иногда вот такие купаты классические, у них срок годности всего 7 суток. И там рубленное куриное мясо в натуральной оболочке, я это запекаю, получается очень вкусно, но так как оно со специями, вкус вот как у колбасы, можно сказать. В принципе, если есть время и желание, можно это делать, конечно, самим, но мне лень. Их нам спокойно хватит на 2 дня, с макаронами или с пюре будет самое то. Также, как такое дополнение к основному блюду, я взяла вот такую фасоль печеная в аджике, очень вкусная. Иногда я просто беру куриные тефтельки, картошку сырую нарезаю, сверху в мультиварку бросаю вот эту вот банку, содержимое вернее, и баклажаны. Все это тушится и получается очень вкусно. И также взяла лосось, у меня есть тыква, можно либо с тыквой запечь, либо просто, как я обычно делаю, в фольге со специями. Сейчас увидела, что забыла купить сметану, поэтому сметану мы завтра докупим. И получается продуктов здесь где-то на 2100 рублей. У Алисы новые машинки из магазина «Магнит». Посмотрите, какие там прикольные там получилось завоз разных игрушек. Нет, я всегда там торчу у этого стенда. 4 машинки, 250 рублей или 244 рубля, по-моему. Но, кстати, качество неплохое, не какое-то, да, слишком прям хлипкое, как бывает. Ну, нормальная такая пластмасса. Плотная. И 4 машинки. Одна машинка с крючком, потом бетономешалка. Машинка с выдвижной лесенкой и маленький КамАЗ. Хорошие машинки, качественно сделаны. У Алисы такая прическа, как будто начес. Это что, волосики пушистенькие. И они прям вот так вот. Я завидую тебе, Алис. Потому что у меня вообще никогда, даже если начешу, у меня ровно 15 минут держится начес. У нас сегодня есть повод гордиться сыном. Он занял 2-е место в соревнованиях по сборке Лего, да? Как там было этот конкурс? Как там был этот конкурс? А, это ему дали диплом. Диплом.
Алиса, смотри, какой ветер. Все нормально. Все нормально? Может, домой пойдем? Смотри, какой ветер. Смотри, какой ветер дует. Все нормально. Все нормально. Это сегодняшний мой обед. Я попробовала приготовить новое блюдо. Помните, я вам рассказывала, как сделать овощной плов. Так вот, сегодня вместо риса я добавила гречку, и получилась вот такая вот гречка с овощами. И еще, когда наливаешь воду, я добавила туда томат. Получилось так вкусно, что я даже сама не ожидала. Я вообще не очень люблю гречку, но вот в этом вот сочетании она такая сочная получается. Мне прям понравилось. И буду ее есть с квашеной капустой и один хлебец. Алиса, ты что сейчас будешь делать? Купаться. Купаться будешь? С игрушками? Да. И буду купать на стуле. На стульчике, вот этом, да? Ой, осторожно. Очень хорошие вот эти вот игрушки для купания. У нас есть вот такой набор. Это паровозик. И там также есть такие разные человечки. Покажались человечков? Человечки, даже чемоданы у них есть. И еще у нас есть набор с поездом. Нет, не с поездом, а с машинками, дорогой и светофорами. Эти вообще классные. Они крепятся, получается, в мокром виде. Ой, и на стенку кафельную, и на ванную. Молодец. И можно долго играть. И можно так вот играть, строить дороги. А те еще игрушки Русланчика ему присылали в коробочке Icebox. Такие коробки были детскими игрушками. И вот они у нас уже сколько лет. И не портятся, все нормально. Классные, короче, советую деткам. Ты поклеил, беби. Давай поклеим. Чем ты берешь мои вещи? Алиса? Ты хочешь мамину шапочку одеть? Тебе идет. Теперь-то, ой, ну это тоже тебе идет. Да, это тоже тебе идет. Это тоже иду. Это тебе, наверное, большая будет? Нет, это маленькая. Маленькая? Ну вот эту одень с ушками. Вот эту одень с ушками. Вот. Ой, ну вообще, это вообще тебе идет. Ну, вот красный котя идет. А еще синий кошт. Алисе очень идет Алисе. А другая коза ушки странные. Тоже ушки. Как у кошки ушки, да? Искусство. Собак. У нее. Нет, это не нравится. Это большая, да, Алис? А это не кошка. Она не красивая. Некрасивая? Тебе нет. Не нравится? Так что когда не коня. Вот такая. Ну ты ее просто помяла. Красная. Ты красная шапочка. Она тебе большая, Алис. А это большая. Надень. Да. Вот она тебе прям под платье. Она подходит. Не кашка. Она лука. Все не красава. Не красава, да? Не кошка. А теперь все убери на место, пожалуйста. Да, кошка. Убери шапки. Давай, нет, не ты убери, мама, шапки, а Алиса убери шапки. Ты же Алис, ты же доставала, убери, пожалуйста. Светиту. А это кошнак ушки. Это кошпими. Вот такая стул. Вот такая стул, мне кажется.
Ой, прости, я не знаю так. Ой, прости. Прости, прости. Алиса хочет спать? Нет. Может, пойдем? Уже поздно. Я буду лежать. Лежать тут будешь? Мама, я буду лежать. Что Алиса будет делать? Лежать? Что тут. Братик делает? Лежит. Лежит? Где лежит? Где я братик? Не знаю. Не знаешь? Ну пойди посмотри и скажи мне, что он делает.